строки жизни собирала, глаз бессонных не смыкала, добрым словом величала, по лесочкам выбирала, с трав душистых натирала, с можжевеловых кусточков, с прожитых моих годочков. Ой, да люли, ой, да люли, ой, да люли, ой, да люли, люли, по росе, как старь косила, как дитя в себе носила, синий заводи купала, чистым ветром утирала, песни северной долины, сказки руны на былины, среди скал лесных искала, белой ночью укрывала. Дети воленые, летите, Божий дух в себе храните, люди милые, примите, добрым словом помяните. Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Наталья Гражданкина, город Самара. Мы продолжаем нашу передачу. Была уже у нас первая встреча. И, знаете, вот думал. И вот я думаю, что мы не можем не коснуться такого вот понятие, скорее всего, да, вот в нашем Божьем мире, как русская душа. Вы, наверное, сами, наверное, думали. Вот поет, душа поет, русская душа. И это какое-то особое самовыражение, особое какое-то состояние. Вот Господь наделил нас вот этой силой, душа, которая способна воспринимать благодать Божию, которая способна вот сострадать, творить. Вот. И вы никогда не думали, вот думали, наверное, думали, что душа поет, да? Было такое? Всегда так говорят. Да? Потому что вот когда какие-то, пусть небольшие концерты, да, но люди собираются, очень редко кто не плачет. И потом говорят, что ты с нами сделала? У нас как будто корка треснула. У меня первое время очень много было сомнений. Я начинала очень так скромненько и никогда не думала, что я и по России поеду. И однажды я была у батюшки на Дне Ангела и пела там монахиня одна с Елизаветинского монастыря. Она говорит, сестричка, пойдем выйдем. И вот мы вышли с ней, и она говорит, у тебя такая же миссия у меня, как и у меня. Я говорю, какая миссия?
А я тогда, все очень скромно было. Он говорит, по России поедешь. Будешь останавливаться везде. Будешь по всей России ездить. И будешь петь, и будешь русскую душу поднимать. Меня вот благословили, я приезжаю. Останавливаюсь в монастыре, выхожу на улицу и пою. Вокруг меня собираются люди. Она молодая, такая красивая. И говорит, они потом спрашивают меня, я отвечаю, что могу. Потом мы вместе поем. Говорит, что-то происходит удивительное. Да, удивительное происходит. И вот тогда подошла ко мне еще регент монастырского хора, вот где мой батюшка-духовник, он игумен монастыря в городе Тольятти, отец Гермоген. По его, наверное, молитвам я поехала, конечно. И вот она подходит, плачет, говорит, Наташа, спасибо тебе. Говорю, матушка, ну мне-то за что? Вы регент, а я-то кто? Она говорит, ты знаешь, 3 месяца молиться не могла. Закосенело сердце. Ругаю себя, ругаю. Нет молитвы. Завтра, послезавтра. И как только ты запела, в храм пришла к тебе, мой Господи, по душам с тобой поговорить. О грехах хочу покаяться и святых твоих тайн вкусить. Говорит, у меня как там что-то произойдет. Я как расплачусь. И я поняла, что я теперь начну молиться. А я поняла, а у меня же вопрос вот этот вот. Тяжело все это делать одно. Это же, если бы я на гитаре играла, знаешь, как вы, был бы счастьем. Ну и вот, и вы представляете, думаю, надо, значит, людям, значит, нужно. И бывают, в общем, такие моменты, вот в Ставрополе, я помню, люди уже каждый день стали приходить просто слушать, потому что я не только пою, очень много рассказываю. И Господь так дает говорить, что я потом сама вспоминаю. Мне бы еще себя раз послушать, как будто и не я говорю. И вот люди потом подходят и говорят, ой, а вы сегодня вот на мой вопрос ответили, еще кто-то подходит. Оно, вы знаете, вот идет концерт, ты поешь что-то, говоришь, читаешь стихи, и оно вот прям всплывает, какая-то ситуация, ты начинаешь говорить, оказывается, кому-то это нужно. И у меня однажды такая была ситуация, меня пригласили, у нас там есть пригород управленческий такой, на концерт. И вот попросили. Ну, а маме там спела еще какую-то одну лирическую песню. И вдруг я в середине выступления начинаю рассказывать о иконе Казанской Божьей Матери. Я думаю, что я делаю? Меня же сюда больше никогда не пустят. Меня потому что предупредили, что вот этих ваших церковных нам не надо. Я говорю, ну, а России-то можно? Ну, у меня где Россия, там и Бог, конечно. И говорю, ну, все, думаю. И вы знаете, все закончилось, мне никто ничего из замечаний не сделал. Я рассказала всю историю, вот как в Ленинграде, когда блокада была, как обходили с иконой Казанской Божьей Матери, где мы не могли, облетали. И, в общем, благодаря этому много очень людей спаслось. И блокада, может быть, даже была снята. И ко мне потом подходят после концерта люди, говорят, вы знаете, а мы вот этого не знали, а нам это нужно было как раз. И я думаю, боже мой, чудеса какие-то. Представляете, даже я себя слышала, как будто со стороны, думаю, что я делаю, остановиться не могу, говорю. Вот удивительно. Это очень. Что, новый жанр рождается? Не знаю. И миссия, что, как вы ощущаете это? Как вот служение? Как, или вы просто выполняете благословение? Нет, моя душа так очень в этом работает. Вот в Дзержинске был концерт, там тоже была автор-исполнитель Виктория Юдина. Она тоже, я попросила 2 песенки, она спела. И вы знаете, она вышла в конце и говорит, знаете, у нас был не концерт. Я так, ну, наверное, что-нибудь я не так сделала. Она говорит, это было самое настоящее служение. 2,5 часа было служение. Вот. И на сцену вошла кошка, представляете? А я, когда попала в один из монастырей, женщина, она очень сильно закричала, мы подбежали, думали, плохо ей. Она говорит, посмотрите, кошка зашла по ступенькам к храму, подошла, приложила лапку к груди, лбом стукнулась в пол и зашла после этого в храм. И когда кошка поднялась, а я всегда говорю, как тварь почитает Господа, а мы нет. И я как-то, ну, часто об этом на концертах говорю, чтобы вот, ну, народ понял, что мы так должны Господа любить, потому что Он нам все отдал, Он жизнь свою нам отдал. И я поняла, что мне Господь напоминает, что эта кошечка вошла, чтобы я об этом сказала. Вы знаете, я стала говорить, а она вот так вот колечком свернулась вокруг моих ног. Ее там и колбаской, и сырочком. Кыс-кыс, она не идет. И вы знаете, я пою, она вот так лежит мне и в глаза смотрит. Она до конца не ушла. Там народ вообще так умилялся. Я думаю, боже мой, вот понимаешь, что это надо, вот как будто в голову вкладывают себе, вот понимаешь, что вот это нужно сейчас. И меня очень часто спрашивают,
А вот где вы такого числа будете? Вот, Айгуря, я не знаю. Как не знаете? Я говорю, ну я не знаю. Вот я приехала в Кострому, тут же мне позвонили, пригласили вот в Санкт-Петербург на освещение выставки. Они первый раз сделали. Пригласили девочек с юбочками. Они начали там танцевать. Говорю, о, тут же, конечно, участники. Да вы что делаете? Вот, слава богу, я пригодилась сразу там все это исправила. Но я действительно не знала, что я попаду в Санкт-Петербург. И, конечно, в Лавру приехала. Молебен идет. Александр Невскому я пою несколько песен. У меня есть там тоже связаны с именем его. Угу. Говорю, господи, ну как же я сюда попала? Ну как же? Ну я же не должна. Я же домой должна была. Почему я из Костромы приехала в Санкт-Петербург? И смотрю вот на иконы его. И, вы знаете, меня прям как, вот, как стрела меня пронзила. Я тебя сюда пригласил. Я прям вздрогнула. И тут же мне сразу опять я на конкурс попадаю. И я сейчас поняла, что я уже вообще от себя не завишу я. Потому что я не ожидаю, а оно происходит так. И вот тоже под Казанью. Если успею, прочту стихотворение. «Я счастлива с тобой, Матерь Божия, с молитвой хорошо мне на устах, и больше не кляну я бездорожье. Теперь моя судьба в твоих руках. Я знаю, стужу лютую согреешь, в жару прохладным ветром освежишь, а если заболею, пожалеешь, святой водой жажду утолишь. Тропинкой проведешь по горным склонам, погладишь душу, если упаду. Склонюсь перед тобой в земном поклоне, меня не отпускай. Я пропаду, еще слаба душа, неосторожно, доверчиво, открыто, как дитя. К ногам твоим травой придорожной прильну, чтоб ты коснулся, проходя. Надеюсь, что меня ты не оставишь, какой бы путь земной я ни прошла, и к истине стопы мои направишь, чтоб я ровней по этой жизни шла». Все, Господи, пришло время песни. Да. Благодать небесная, авторская моя песня. Прозрачная, синь небесная, благодать прозрачная, радость светлая, наполняет душу мне, о любви поет, и прозрачным облачком даль меня. Владычице, ко святой обители, а душа так тянется, только далеко до них. Ты трудись, душа моя, чтобы заслужить, и молись, душа моя, чтобы ближе быть, отрешись от мира ты и молись, молись, чтоб к Отцу Небесному через слезы высь. Отцу Небесному, с ангелом-хранителем, к Матушке-Владычице, ко святой обители, а душа так тянется, только далеко до прозрачная, синь небесная, благодать прозрачная,
радость светлая наполняет душу мне, о любви пою и прозрачным облачком даль меня зовет. К Отцу Небесному, с ангелом-хранителем, к Матушке-Владычице, ко святой обители, а душа так тянется, только далеко, только далеко до них. А душа так тянется, а Господь, Он в лиже рубашки, это я тогда была далеко. Благодать прозрачная, синебесная, очень хочется, чтобы эта благодать сейчас, чтобы ее почувствовали все люди, кто это смотрит, слушает, потому что эта песня была написана, когда пришла именно благодать. Когда был очень такой период, мне очень трудно, я лежала в больнице, и я весь день так получилось, что я благодарила весь день Господа за то, что я стала жива, за то, что я, пока болела, много стихов написала в больнице, за то, что рождественский пост, все ушли отмечать Новый год, а я болею. Ну, как хорошо. Думаю, сейчас гости пришли, все равно в чем согрешила. Говорю, Господи, как же хорошо, что я болею. Врач заходит, марш в постель. 3 часа ночи еле вытащили. И вот я только ложиться стал, свет выключил. Хорошо, под подушкой был диктофон, я теперь уже с ним не расстаюсь. Сначала я задохнулась от радости и запела эту песню. И спела от начала до конца. И когда я приехала к батюшке, он мне прослушивает все песни, у него очень часто начинаются проповеди после каждой песни. И он говорит, да, я говорю, батюшка, я про благодать написала. Он говорит, чего ты про нее знаешь? Про благодать? Чего ты можешь про благодать написать вообще? Ну-ка пой. Я так смутилась, так тихонечко 4 слова спела. Он глазки открыл, как закричит. Ой-ой-ой, это благодать, это она. Пой ее людям. Когда пою эту песню, очень долго держусь, чтобы не объясняться людям в любви. Такая приходит любовь, которую я уже молчать не могу. Опять приезжаю, говорю, батюшка, ну что со мной творится? Как эту песню пою? Говорю, я вас всех люблю. Что люди делают? Говорю, плачут. Говорит, правда, дурочка. Потому что это не ты говоришь, это через твое сердце говорит Господь. Потому что у людей очень много нестроения сейчас. Им так любви не хватает. Им так не хватает этой простоты, так не хватает тепла. Ой, и если хочешь, убери свой контроль и говори. Говорю. Ко мне тоже подходят зачастую люди и говорят, батюшка, как мне справиться с грехами? Одни и те же грехи одолевают. Я и борюсь с ними. И чего только не делаю. И почусь. И не могу сдвинуться никак. А я говорю, а есть способ. Надо наполнять себя божественными вещами. Надо читать, надо слушать песни. Вот надо впустить себя благодать, чтобы она начала работать. Потому что ты сам никто. Надо все это сделать с Божьей помощью. И, может быть, вот такие песни, как ваши, вот, как раз это тот, знаете, это несколько минут, когда ты можешь подключиться, не думать ни о чем, ни о каких грехах. Ты запускаешь себя... Пускаешь себе эти звуки, слова. Ну, это же вот это действие. Что-то они целое такое входит. Они начинают потом действовать в душе. Ну, сами по себе. Наступит какой-то момент, когда этот грех вытеснится благодатью. И ты даже сам курильщик вдруг проснется и поймет, что он и курить тоже и не хочет. Что это ему не нужно. Вот оно, действие благодати. Правильно же? Вот я сама начинаю петь. Я обычный человек. Что-то мне и трудностей много, и дороги, и все время я, конечно, в таком состоянии. Вот вы знаете, пою, и вдруг я чувствую, я внутри, я другая, все. Мне уже хочется эту любовь дарить, хочется каждого подойти погладить, обнять, что-то сказать теплое. И люди это так чувствуют, вы знаете, вот не остается равнодушных сердец, и мне так хорошо. И я вот их когда дома,
мне не хватает, я уже не могу, мне кажется, я бесцельно свою живу жизнь, я вот, кажется, мне уже, я вот... Как только муж говорит, ну ведь притворяешься, что болеешь, ведь сейчас позвонят, встрепенешься и полетишь. Позвонили, откуда сила взялась. И я вот однажды тоже так приболела в храме, говорю, Господи, я вот, меня зовут, а я вот не могу, мне подлататься немножко надо. И так поклонилась, и тоже прям, знаете, вот, будешь себя жалеть, вообще не встанешь. Поняла, поехала. Так что, значит, это людям надо. Вот, и слава Богу. Я очень счастлива. Тоже хочу спеть песню, давайте, вам, которая вам нравится. Да, очень нравится. Облака плывут по небу, видно в дальние края. Я не знаю, был или не был в этой жизни счастлив я. Только помню в детстве где-то в деревенской тишине голос мамы, солнце, лето, занавески на окне. Мне бы вместе с облаками улететь в родимый край и шепнуть тихонько маме: никогда не умирай. Да. Родители — это самое ценное. Очень часто через родителей нам говорят, не всегда мы, к сожалению, слушаем. А если не слушаем родителей, значит, не слушаем Господа. Я очень часто так деткам в школе говорила. Mm-hmm. Я в школе поработала 13 лет. И, знаете, очень удивительно, мне, когда вот началась перестройка, мне дали предмет «Граждановедение». Мальчишки смеялись. Я там пишу на доске тему за дверью, дверь закрыта. Отходят два мальчика, один другому говорит: знаешь, здесь какой предмет? Говорит, какой? Граждановедение. А знаешь, кто ведет? Гражданкина. Тот засмеялся, говорит: дурак, что смеешься? Знаешь, как классно, но мы такого никогда не слышали. Не знали, что это за предмет. Мне директор говорит: Наташ, бери и делай свою программу. Знаете, что я делала? Праздник. Рождество Пресвятой Богородицы. Приношу свечку. Ставлю, зажигаю, говорю, поздравила их с праздником. Материал шел просто вообще вот в руки. Вот просто вот что только задумаю, мне то по радио что-нибудь расскажут, то литература попадалась. Песня. Песня. Последняя. Да. Как жалко в этой оставаться. Передаче. Да. Ну, я ну, думаю, вот, что... Сейчас премьера песни. Я думаю, что мы встретимся. Да. Просто ура. Уверен. Ура, Васька. А сейчас последняя. Нет, не последняя. Пусть их будет много. Заключительная песня. «Небо мартовского синь». Все-таки у нас такое пасхальное настроение должно быть. Мартовского синь, и в проталинах дорога, в сердце вечный зов Руси, и такая близость Бога, в каждой веточке любовь, в каждом звуке ликование, и волнует душу вновь светлой Пасхи ожидание, и волнует душу вновь светлой Пасхи ожидание. Пасха ранняя, долгожданная, ты меня за собой поведи, и воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. И воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. Зорька счастьем разлилась,
на крыльце родного дома, как стихов весенних вяз, как синиц напев знакомый, в каждой веточке любовь, в каждом звуке ликование, и волнует душу вновь светлой Пасхи ожидание, и волнует душу вновь светлой Пасхи ожидание. Пасха ранняя, долгожданная, ты меня за собой поведи, и воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. И воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. Воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. И воскреснет душа окаянная в дивном свете Христовой любви. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» закончена. С вами был я, священник Анатолий Першин, и наши гости из города Самары, Наталья Гражданкина. Спасибо. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе!